Как отдохнуть в палатке на пляжах Испании? Вот краткая инструкция по законам Испании относительно расположения палатки на пляже. Сохраняй и делись с другом. Итак, первое. Запрет на кемпинг на пляже. Положение палатки на пляже, друзья, запрещено. В Испании категорически запрещено разбивать палатку или каким-либо образом ночевать на пляже. Штрафы за нарушение этого правила могут достигать 1000 евро и более в некоторых муниципалитетах. Следующее – прибрежные зоны. Следует избегать, особенно Средиземноморское побережье, поскольку эти регионы считаются полностью закрытыми для дикого кемпинга. Испанская полиция, Seguridad Social, активно ищет нелегальных кемперов в этих районах. Второе. Ночевка в транспортных средствах. Друзья, спать в автомобиле разрешено, если вы паркуетесь в зоне, где разрешена стоянка автомобилей, например, на общественной парковке. Это касается как обычных автомобилей, так и домов на колесах. Правило. Чтобы оставаться в рамках закона, не устанавливайте ничего вне вашего автомобиля или дома на колесах, такого как кемпинговые стулья, тенты или барбекю. Если у вас есть прицеп, он должен оставаться прицепнутым к вашему транспортному средству, и вы не можете, друзья, в нем спать. Даже держать открытой наружную дверь или окно также считается кемпингом. Третье. Дополнительные правила на пляже. Итак, курение. Во многих городах и населенных пунктах курение на пляжах запрещено. Одежда. Пляжная одежда должна использоваться только на пляже. Это означает, что вы должны одеться, когда покидаете пляж. Готовка. Готовка или использование барбекю на пляжах запрещено. Хотя иногда национальные праздники это разрешено, но в определенных местах. Следующее. Мыло и детергенты. На большинстве пляжей есть души, и рекомендуется их использовать. Однако использование шампуня, мыла или детергента запрещено. Друзья, пожалуйста, обратите внимание, что это общая информация, и правила могут варьироваться в зависимости от региона и муниципалитета Испании. Всегда рекомендуется проверять местные законы и правила перед поездкой. Хочешь знать больше? Смотри закрепленные видео.